Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наши встречи, наши беседы на различные темы кардиологии. И сегодня мы продолжаем тему новостей с Европейского конгресса кардиологов 2023 года, на котором были приняты новые, совершенно, на мой взгляд, революционные рекомендации по сахарному диабету второго типа глазами кардиологов у сердечно-сосудистых пациентов. Очень интересная тема. Вообще она революционная. Почему? Потому что, казалось бы, болезнь или, если правильно смотреть, фактор риска, сахарный диабет, теперь уже перевели в группу, официально перевели в группу сердечно-сосудистых заболеваний. И это здорово, потому что наконец-то мы начинаем понимать, что не надо разбивать пациента на много-много различных частей. Здесь у него это к эндокринологу, это к кардиологу, это к хирургу там, и так далее. Человек-то один, он болеет чем-то, он просто болеет. И ему не важно, к какому специалисту идти, ему просто плохо, ему надо помочь. И вот здесь объединение нескольких специальностей, оно революционно для нашего времени и очень полезно для наших пациентов. Давайте же разбираться. Теперь нам с вами, терапевтам, врачам общей практики, кардиологам, нужно четко понять, какое место занимают сахароснижающие препараты и вообще сахарный диабет второго типа в нашей с вами практике. Итак, сахарный диабет второго типа – это, в принципе, симптоматическое заболевание. Да? Мы диагностируем его как? Начинает повышаться сахар крови, увеличивается гликемия, которая может произойти по самым разным причинам. Точки приложения как патогенетически самые разные. Сейчас на самом деле выявляется, эндокринологи вам очень подробно расскажут об 11 причинах развития сахарного диабета второго типа. Но если посмотреть на все это вместе взятое с точки зрения сахароснижающей терапии, то вы видите, точки приложения являются или сама поджелудочная железа, в которой уменьшается синтез инсулина бета-клетками и увеличивается синтез глюкагона, антагониста инсулина, альфа-клетками. То есть лекарства могут воздействовать на саму поджелудочную железу. Лекарства могут воздействовать на печень, которая продуцирует глюкозу и увеличивает ее уровень. Лекарства могут воздействовать на желудочно-кишечный тракт, где происходит всасывание глюкозы. Также очень большое значение в усвоении глюкозы и в ее метаболизме играют мышцы и жировая ткань. Кстати, здесь прямая связь физической нагрузки и уровня глюкозы в крови. Помните, мы с вами на новостях обсуждали тему, что если человек находится без движения 45 минут, то у него увеличивается уровень глюкозы в крови. Вот эта связь с мышцами в реальном ее воплощении. Ну и еще один механизм воздействия, о котором мы сегодня будем подробно говорить, это выведение глюкозы почками. И здесь точка приложения как раз группы лекарств, которые называются глифлозины, и которые и провели вот такую, благодаря их вхождению в кардиологическую среду, собственно говоря, и произошла эта революция. Что нам говорят рекомендации по принципам контроля уровня глюкозы? Это тоже очень важно. Ну, эндокринологи это все великолепно знают, но для терапевтов и кардиологов я это еще раз проговорю. Начнем с конца. Избегать гипогликемии. Это очень важно. Класс доказательств один.
Уровни гликированного гемоглобина подбираются индивидуально в зависимости от длительности сахарного диабета, сопутствующей патологии и возраста больного. Но в принципе уровень, к которому мы должны стремиться, это уровень гликированного гемоглобина примерно меньше 7%. И именно этот уровень позволяет снижать риски развития микроваскулярных осложнений. Видите, опять связь уровня, казалось бы, глюкозы и сердечно-сосудистой системы. Значит, такие фундаментальные положения. Обобщенно стремимся к 7 гликированный гемоглобин, но этот уровень может меняться в зависимости от длительности и другой сопутствующей патологии и возраста пациента. И при всем при этом нужно обязательно избегать гипогликемии. Это основные принципы сахароснижающей терапии. Если же мы посмотрим на диабет второго типа глазами кардиолога, то выясняется, что люди с диабетом имеют в среднем в 2 раза более высокий уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с пациентами без диабета. И вот вы видите диаграмму лесовидную, где у больных с сахарным диабетом однозначно выше коронарная болезнь сердца, коронарная смерть, нефатальный инфаркт миокарда, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, неклассифицируемые инсульты и другая васкулярная смерть. Ну, с чего бы это, почему нам наука говорит вот такие данные, что все плохо у больных с сахарным диабетом? Да потому что повышенный уровень глюкозы в сосудах, он повреждает сосудистую стенку. Глюкоза повреждает сосудистую стенку, она ее травмирует, стенка начинает воспаляться, на нее начинают образовываться бляшки, на нее начинают садиться тромбы, она сама начинает увеличиваться, и процесс развития сердечно-сосудистых заболеваний, как бы повышенный уровень глюкозы катализирует, да, то есть он заставляет весь этот процесс идти быстрее, чем он бы шел естественным путем. Ну и, конечно, исследования все это подтверждают, и вы видите, что пациенты с сахарным диабетом имеют более высокий уровень заболеваемости сердечной недостаточностью. Мы уже говорим о повреждении сердца, не только сосудов, но и повреждении сердца. Никуда не деться, сахарный диабет – это очень сильный фактор риска. И если мы говорим о сердечно-сосудистом событии, посмотрите, как разделяются эти кривые. Красная кривая – это пациенты с диабетом, синяя – это пациенты без диабета. То есть, если пациенты без диабета, как бы, да, у них увеличивается риск сердечно-сосудистого события с течением времени, но у пациентов с сахарным диабетом этот риск увеличивается в 2 раза быстрее. 2 раза чаще. Все это знали ученые, все это обсуждалось не один год. И была создана специальная шкала. Ну, помните, в наших первых вебинарах мы говорили о факторах риска, о том, что впервые это понятие было введено в 1961 году на основании фремингемского исследования. Сейчас уже аналогичных исследований проводится очень и очень много. И вот создав на базе этого исследования первую шкалу SCORE, которая включала модифицируемые и немодифицируемые факторы риска, теперь уже существует более такая специализированная шкала SCORE 2 диабет, вот, которая является новым инструментом прогнозирования риска. И вот вы видите, если смотреть по странам, да, страны тоже разделяются на страны различного риска. Мы с вами все живем в красной зоне, в зоне очень высокого риска. Жить в нашей стране сложно. И на сердечно-сосудистых заболеваниях, и на сахарном диабете это сказывается. Но также эта шкала, вы можете видеть, вот мелко она сбоку нарисована. То есть она указывает все 10-летние риски смертельных и несмертельных событий у больных с сахарным диабетом. И в одну систему введены несколько показателей. Какие же лекарства рекомендуются для больных с сахарным диабетом
для снижения сердечно-сосудистого риска, потому что не каждое сахароснижающее средство снижает сердечно-сосудистый риск. Это очень важно. Да, уровень-то сахара можно снизить, а время до достижения сердечно-сосудистого события может, наоборот, увеличиться. Итак, что нам говорят рекомендации по этому поводу? Что рекомендуется заменить сахароснижающие препараты без доказанной сердечно-сосудистой пользы или доказанной безопасности на препараты с доказанной сердечно-сосудистой пользой. А что такие есть, скажете вы? Да, теперь есть. Итак, если мы говорим о сахароснижающей терапии больных сердечной недостаточностью, возьмем самую такую тяжелую группу сердечно-сосудистых пациентов и сахарным диабетом второго типа. Так вот, первый класс препаратов, которые мы должны назначить этим пациентам, вернее, даже вообще первый класс, который мы должны назначить просто пациентам с сердечной недостаточностью, даже с сохраненной фракцией выброса, это будут SGLT2 ингибиторы или глифлозины. А если перед нами пациент и с сердечной недостаточностью, и с сахарным диабетом второго типа, то у нас с вами есть две причины, по которым мы должны назначить SGLT2 ингибиторы или глифлозины. Но мне больше нравятся глифлозины, потому что в буковках можно легко запутаться. Что же это за препараты? Дело в том, что вот такая достаточно широкая группа препаратов, окончание которых глифлозин, вы опять видите лесовидную диаграмму, где показана степень их положительного влияния на кардиоваскулярные события. То есть все они, назначенные при сахарном диабете или без него, снижали риск сердечно-сосудистых событий. И это очень важно. Какой же механизм действия? Но если говорить о снижении сахара в крови, то вот перед вами клубочек, да, петля Генли, нефрон, где происходит в клубочке фильтрация глюкозы. Она поступает сначала в S1 сегмент проксимального канальца. И на стыке двух сегментов S1 и S2 происходит обратная реабсорбция глюкозы. То есть часть глюкозы, которая профильтровалась через клубочек, она возвращается обратно к нам в организм. Что делают SGLT2ингибиторы? Они вот эту реабсорбцию глюкозы блокируют, действуя на ферменты, они блокируют возвращение глюкозы обратно к нам в организм. Таким образом, глюкоза остается в моче и выводится с мочой. В моче появляется глюкоза, лишняя глюкоза появляется в моче. Вот это очень важно, потому что ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы второго типа, так еще одно название этой группы препаратов звучит, они не снижают глюкозу до состояния гипогликемии. Никогда. Они ее доводят до нормы за счет того, что блокируют вот эту реабсорбцию глюкозы. Но при этом глюкоза остается в моче, и значит первое, собственно, совершенно понятное побочное явление действия этого препарата – это будет провокация воспаления в почках. Следили за этим побочным эффектом, который, ну, он лежит на поверхности, и выяснили, что такая провокация осуществляется только тогда, когда у человека уже есть хронический пиелонефрит или другое воспалительное заболевание почек. Если почки нормальные, то это не происходит. Ну, естественно, есть ограничения по скорости клубочковой фильтрации. Меньше 30 в минуту эти препараты не назначаются. Итак, к ним относятся зарегистрированные в нашей стране дапаглифлозин, эмпаглифлозин, канаглифлозин и проглифлозин. Они снижают реабсорбцию глюкозы в почечных канальцах, вызывая глюкозурию. Из дополнительных хороших эффектов снижают вес,
снижают уровень мочевой кислоты и самостоятельный эффект имеют на снижение артериального давления. Противопоказаниями являются сахарный диабет первого типа. На самом деле, я думаю, что сейчас как-то будут иначе называться, просто слишком большие различия между сахарным диабетом первого типа и сахарным диабетом второго типа. Я думаю, что их надо разделить на два разных заболевания. Ну вот сахарный диабет первого типа, противопоказания для назначения этой группы препаратов, кетоацидоз, скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту, возраст старше 75 лет, нельзя назначать их детям, беременным, и совместно с петлевыми диуретиками. Также мы уже проговорили этот момент, они могут провоцировать инфекции мочевых путей. Так что же нам говорят рекомендации по применению этой группы препаратов? Это выписка из рекомендаций эндокринологического общества. Итак, для нормализации сахара крови эмпоглифлазин, каноглифлазин, дапоглифлазин и проглифлазин рекомендуются пациентам с сахарным диабетом второго типа и ассоциированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким или очень высоким риском для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. Уровень класс доказательности 1А, максимальный. Эмпоглифлазин рекомендован больным с сахарным диабетом и ассоциированным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да, уже заболеваниями, мы только что говорили о сердечной недостаточности, для снижения риска смерти. 1Б. Это говорят эндокринологи. А что же нам говорят кардиологи, о чем обсуждали на последнем кардиологическом конгрессе? Дело в том, что дапоглифлазин и эмпоглифлазин совершенно официально вошли в рекомендации по лечению сердечной недостаточности у больных с сахарным диабетом с фракцией выброса левого желудочка более 40%, то есть сохраненной фракцией выброса. И посмотрите результаты двух исследований Emperor и Deliver, где очень сильно различаются данные между плацебо и эмпоглифлазином и дапоглифлазином, назначенными больным с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. То есть эта группа препаратов при своем сахароснижающем эффекте полноценно вошла в группы препаратов для лечения сердечной недостаточности. Результаты еще одного исследования, которые вошли в рекомендации для лечения хронической сердечной недостаточности уже с низкой фракцией выброса и больными и с сахарным диабетом второго типа. Итак, SGLT2, дапоглифлазин и эмпоглифлазин снижают риск госпитализации и, самое важное, сердечно-сосудистой смерти. То есть назначенные пациентам эти препараты продлевают их жизнь. Не просто снижают сахар крови, но еще и продлевают жизнь, причем у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В данном исследовании именно у больных с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса. И перед вами результаты DAPA-HF исследования. И вы видите, что риски сердечной смерти на дапоглифлазине гораздо меньше, чем в группе сравнения. И Emperor исследование, где риски кардиоваскулярной смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности значительно ниже у пациентов, которые принимали эмпоглифлазин, чем у пациентов, которые его не принимали. Таким образом, вот эта группа препаратов теперь считается не просто группы препаратов для снижения сахара крови, но еще группа препаратов, которые кардиологических, да, которые назначаются пациентам как базовая терапия для лечения сердечной недостаточности. Тема очень сложная. Я хотела бы сейчас на этом завершить наш первый вебинар на эту тему, а на следующем мы продолжим рассуждать на тему, ну хорошо, вот у нас пациент с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. И первая группа препаратов, которые мы ему назначим, это будут глифлазины. Этот вопрос мы с вами достаточно подробно обсудили.
А если этого недостаточно для достижения нормального уровня сахара в крови, что делать дальше? Вот на эту тему мы поговорим с вами завтра. Я прощаюсь, жду ваши вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в окно вопросов. Те, кто подписан на наш канал, телеканал Сирано, телеграм-канал Сирано, хорошо оговорилась. Пожалуйста, присылайте и туда вопросы, не только ставьте лайки и так далее. Я с удовольствием с вами поговорю на любые темы. Еще раз спасибо вам за внимание. До свидания. Thank you.